вышло. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Что-то она как в липучке в какой-то. Медленно продвигает руками, ногами. Как тянется жвачка за ней. Понятно. Вышло. Хорошо. Защищаемый физический биоробот с защитным потоком и чистых энергий Абсолюта. Берем Антонину в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Антонины поднимайся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. Мы на месте. Хорошо, мы приветствуем Антонину, интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам свое биополе наперед сеанса. Ну, доверит. Хорошо, опиши, что там у нас? Липучка, ты говорила, да? Да, ноги, руки, тело у нее как-то двигает, и она растягивается, как жвачка. Хорошо, я даю команду, включаю внутренний биосвет Антонине. Антонина помогает мне, включая сканер. Сканер начинает выводить всю эту липучую массу из всех ее семи тонких тел на счет 3. 1, 2, 3. Пошел процесс. Все это выходит и формируется в шар. Как сформируется шар? Шар отправляется в клетку-тюрьму. До последней частички все это выходит, выдавливается из всех семи тонких тел. Это все вышло. У нее лизард, матка. Она в ней яйца откладывает. Хорошо, сила моего намерения. Лизард, матка летит в клетку-тюрьму. Да, будет так, это и есть. Она толстенькая. Чтобы ее погладить? Нет, она неповоротливая такая. А, в этом плане, хорошо. Медленная. И не любит перемен. Но в клетке. Посмотри, что еще мешает нам. Жевать ей яйца у нее. Лизарда яйца? Да. Давай, лизард, выходи сразу. Хорошо, вытаскивай свой инкубатор сразу, потому что мы дальше будем с высокими энергиями работать. И возвращайся в клетку-тюрьму. Такое ощущение, что мы на моменте высиживания поймали. Ну что ж, ей стоило об этом знать. Но вынесла. Хорошо. Так, больше ничего не видно, Вера? Оптически? Арахноид на голове есть. Сила моего намерения. Арахнует, летит в клетку-тюрьму. Ко всем. Хорошо. Я даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Антонины, под ногами, 360 градусов вокруг нее. На всех семи тонких телах находятся любые чипы, датчики, импланты, конвекторы, подключки, чужеродные энергии и воздействия. От этого выстраиваются каналы, ведущие в клетку-тюрьму. И ответственность за эти подключки воздействия энергии притягивается в клетку-тюрьму и становится ее заложником. 1, 2, 3. Сканер сканирует все семь тонких тел Антонины, находит все. Ну вот у нее арахноид, этот лизард, его жидкость или жвачка. Таким, да. Каким-то желто-зеленым цветом. Она вышла? Да, в клетке. Хорошо. Джин вышел. Да. И черт с воронкой. И черт с воронкой. Понятно. Хорошо. Черт с воронкой. Сколько у него герц, считай, над головой? Терка у черта, 8 воронки. 8 у воронки герц. Хорошо. А сколько же у него тогда герца? Сейчас интересно. А ну считай, сколько у нее энергии, сколько у нее герц вибраций у Антонины. У нее 7 герц. Ой, ужас. И? Энергия вообще 25 цифр идет. Хорошо. Подхожу к Антонине. И открываю ей поток энергии. 1, 2, 3. 100% энергии она получает. Потоки пошли. Распределяются по тонким телам. Наполняет ее. То с 25% она ничего не сделает на чистке. У нее тела разбалансированы, она как скрипит внутри от этих энергий. Хорошо, ждем, пока она наполнится. Привыкла к энергиям вот этого лизарда, жвачным, застойным. Спокойствие нужно было ему. А сколько же он лет сидел в ее биополе, мне интересно, узнать будет. Итак, лизард, сколько ты находился в биополе, пока процесс идет? Она закачалась энергией. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Готово. Лизард сидел 14 лет.
14 лет. Могу представить, сколько он там наследство за это время сделал. Сколько находился арахноид в этом биополе? Арахноид. 8 лет. Считай цифру джина над головой. 31.11. Синий джин, да? Угу. Понятно. Синий джин, сколько ты присутствовал в биополе? Чуть больше года, год и 2 месяца. К какой вещи попал? Слово идет тряпки. Тряпки чистил. Дом кто-то чистил. Занесли в дом. Хорошо. Как ты на нее воздействовал это время? Значит, у тебя и в доме пыль присутствует ее? Присутствует. Хорошо. Дом пустой. Там много что присутствует. А, чуть точно. Больше она... он пустой. Да, тем больше присутствует. Но он показывает, там расширяется энергия чужеродная. Воронки, да? Хорошо. Объясни мне одну вещь, Джин, поскольку мы уже с тобой встретились. Как ты влияешь на то, что она не может продать этот дом? Почему там клиент? Всем хорошо. И они влияют, как они влияют? На людей, да? Бегут люди оттуда. Понятно. Они их чувствуют интуитивно как-то, да? Или сущности воздействуют на покупателя? Покупатели не понимают, что происходит, но им хочется бежать оттуда. Хорошо. Вибрацию показывает. Хорошо. Антонина, мы вас... Вот вам ответ на ваш вопрос. Здесь вам не обойтись никак без чистки дома, иначе ваш дом будет уже занят другими сущностями. Поэтому от него идут и такие энергии, и такие вибрации на чистоте тех сущностей, которые там находятся. Сейчас мы переходим к реверсу энергии. Отдадим вам все темное. В процессе работы я буду задавать вам вопросы. Вы будете на них отвечать. Я даю команду тонкой копии Антонины спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низковибрационную энергию в ее биополе. Каналы выстроились. В сущности, каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Антонине. Энергии страха, энергии неуверенности, энергии всех болезней, все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Выстраивая канал дополнительно к инкубатору и липучке, этой на чистоте Лизарда и реверсом отдаю весь негатив, который пришел от них. Черт, сколько ты находился в этом биополе со своей воронкой? 5 месяцев. А ты где вошел? Воронка блуждающая, там, где живет, там и зашел. Понятно. Значит, в том месте, где она в этом месте же живет, где ты и зашел? Да. Понятно. Ну, хорошо. Антонина, в том месте, где вы сейчас живете, не в своем доме, там тоже открытые воронки и порталы, и черт оттуда пришел. Как ты воздействовал со своей воронкой на нее? Что это за вибрации такие, я не пойму, 7 Гц у нее? Кто ее так понижал? Липучка. Липучка – это место, которое нужно Лизарду для откладки яиц. Да. Это его среда. Значит, она понижала. У меня следующий вопрос. Кто из присутствующих ответственный за мигрень? Это вопрос, скорее всего, к арахноиду, да, арахноид? Лапками он показывает, как делал ей. Причину решили, нашли. Левая рука то больше, то меньше. Кто ответственный? Это жидкость или липучка, как назвать? Желтая. Я понял, липучка на чистоте Лизарда. Хорошо, живот больше-меньше становился. Кто за это отвечал? Яйца откладывались, потом передавались на чистоту Лизарда. Угу. Живот становился меньше. Понятно. Сейчас у нее как раз идет откладка яиц. Она прямо в клетке их откладывает. С ума сойти. Хорошо. И последний у меня вопрос. Кто был ответственен за эти негативные воспоминания из детства, которые ее постоянно ей кто-то транслирует? Кто это был? Вот черт говорит, потому что мы не можем во всем быть виноваты. У нее свои всплески и... Да. Он говорит придумки. То есть ты считаешь, это она сама хозяин этих мыслей, и никто из вас их не транслировал, правильно? А что, только все вокруг могут быть виноваты. Сама белая, пушистая. Черт, давай ты не будешь мне отвечать на вопросом вопрос, а ты будешь просто со мной коммуницировать, отвечая просто на мои вопросы. Какой вопрос? Я ничего не транслировал.
Хорошо, ты ничего не... Кто-нибудь Я из присутствующих... собирал эмоциональный. Хорошо, я еще Всплеск. раз спрашиваю. Кто-нибудь из присутствующих участвовал в этом процессе с этими воспоминаниями из детства? Или это ее личные? Нет, нет, кого не идет. Хорошо, ждем окончания реверса. Джин говорит, что, может, кто-то покинул ее биоробот. Угу. До этого, да? До сеанса. Никто из нас не намерен ей что-то транслировать. У каждого своя задача. Ну, хорошо. Реверс закончился. Ну, считай информацию. Кто-нибудь покинул ее биополе до того момента, как мы ее чистили? Кто-то знал об этом? Сейчас нет, но раньше в ней были другие низковибрационные сущности. Заходили, выходили. Понятно, все понятно. Сейчас мы их уже не достанем. Хорошо. И установили фильтры золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Антонина забирает все чистые светлые божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные чистые. 1, 2, 3. Все, что у нее похитили, все, что не изъяли. До последней капли возвращает Антонина себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Черт, есть ли в биороботе лярвы? Хотя я их уже Конечно, вижу. Конечно, есть. Да. Ты хочешь попросить меня их? Давай. Хорошо, тогда ты мне должен дать еще дополнительную какую-то информацию о ее слабых местах. На что сущности заходят? Какая там причина? Первая причина, из чего все вытекает? Что поболтать это? Любит. Поболтать? Хорошо. Ну, если поболтать, так, наверное, у нее в горле или на языке будет что-то, да? Ты имеешь в виду посплетничать или поболтать? Угу. Хорошо, сплетня – это ваша чистота. Еще что? Свои поступки не оценивает, ищет причину у других. Понятно. Все понятно. Значит, нет многих вещей. Хорошо. Заслужил лярвы. Я дам тебе отдельно команду, когда ты будешь все вытаскивать. Снимешь, дашь мне команду, что ты все снял, и я тебе разрешу забрать лярвы. Ждем окончания реверса. Закончился реверс. Хорошо. Тогда начинаем сейчас с Лизарда. Лизард, у тебя что-то осталось еще на чистоте, на твоей биополе Антонины? Нет. Арахноид, выходи. Отключайся, вытаскивай свои иголки, ничего не забывай. Паутину. У нее как накидка паутина на плечах. Ага. Иголки в голове достают. Вот это причина мигрени. Мастер головной боли. Он на затылке у нее как-то свисал больше. Там, скорее всего, и лярва и будет. Шея и плечи. Все снял. Хорошо. Джин, тебе выходить не надо. Собирай всю свою пыль, отключайся полностью. Приступай. Готово. Хорошо, черт, что ты оставил в ее биополе? Выходи. У него как да. Воронка крутилась в ногах, и чтобы зафиксироваться, у него как гирьки на ногах. Вот, вот их снимай. И все остальное с этим связано. Забрал. Хорошо, разрешаю тебе забрать лярвы. Ничего не забывай, приступай. Где он снимает, Вера, посмотри, пожалуйста. Ну, это шея, вот где кадык. Да, это место, да. Ключицы. Вот это место. Кадык. Кадык, это я понимаю, полагаю, черт именно от этих слов, которые она говорила. Да? От сплетни? Или что-то другое? Или от интерферентов? Он показывает разговоры, мысли, и они как стекают негативом. Где ключицы, вот это вот от ключицы к ключице захватывает кадык, там лярва. Все понятно. Он говорит, что у нее были подозрительные мысли, и они необоснованные. Обвинение у кого-то в своих бедах. Да, она полагает, что ее на нее какое-то воздействие было, возможно, магическое. Не знаю, будем смотреть. Он снял лярву. Хорошо. Еще вопрос. Тебя интересует эмоциональный фантом? Интересует. Ну, значит, тогда будешь ждать, пока мы дойдем до него. Все убрали. Даю команду на рассинхронизацию Антонины с Лизардом, его липучкой, инкубатором, арахноидом, джином и чертом с воронкой. Пошла рассинхронизация до 100%. Заканчивается автоматически. Готово.
Включая внутренний белый свет Антонини, и этим светом она выдалит из себя все негативные патогенные энергии, остаточные энергии на частотах интерферентов и их подключек. Пошел свет, энергия выходит и формируется в шар. Она сейчас включилась в работу и выдавила из себя остаточные энергии арахноида и вот этой липучки желто-коричневой, как горчица цвета. Хорошо, все вышло, да? Да, небольшой шар. Открывая портал в галактическое ядро, этот шар уходит на переработку. Закрываем, опечатываем, растворяем. Я даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Выходит эмоциональный фантом Антонины, проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также всю низкую вибрационную эмоциональную энергию. Зона ей разгенерированная проецируется на ее эмоциональном фантоме. У нее вышел большой фантом. Большой. Хорошо. Она готова с ним расстаться, эти энергии, ваша Антонина. Вы сами их сгенерировали. Готова расстаться с ними? Готова. Сворачивай энергию в шар, черт забираешь? Да, он забирает, и он говорит, что там много всплесков эмоциональных. Вот, эмоциональные всплески. Хорошо. Обращаю внимание, Антонина, отправляю шар черту. И слезы, и ругания, и наоборот, какие-то яркие эмоции, он говорит. То есть ты хочешь сказать, диапазон эмоций огромный, разбросанные, и вот это как раз и есть та причина. Ну что, черт, ты заработал сегодня и то, и другое за информацию. Хорошо, готов уходить? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте черта 1, 2, 3, и черт забирает все, что принес, уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяй. Прошу, эту воронку можно забрать? Забирай. Больше к ней не приближайся, все понятно. Понял. Программу поставила, готов. Отлично, благодарю тебя. Закрывай, печатай, растворяй. Хорошо, Джин. У меня нет больше оснований тебя задерживать. Я прошу больше не приходить в ее биополе. Ты меня услышал? Услышал. Готов уходить? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте Джина 1, 2, 3. Джин забирает все, что принес, уходит на свою частоту. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Хорошо, арахноид. Больше не приходи к этому биополю. Не приближайся. Все понятно? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида. И арахноид забирает все, что принес, уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяй. Готово. А вот тут я не знаю. Ли, я прошу тебя выйти со мной на связь. На связи. Приветствую еще раз. Посмотри, пожалуйста, с этим лизардом матка-инкубатор у нас здесь 14 лет стоит. На ее частоту отправлять или это тебя интересует как-то? Чтобы она не перешла в другое биополе сразу. Ее на другую частоту, им не так-то легко найти биополе. Ах, вот как. Значит, ты заберешь и эту жидкость, да. Липучку уничтожить. Под липучкой открывается портал галактическое ядро, липучка уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяй. А с ней что? Ее на частоту, на ее отправляю, на с ней детский сад. Я тоже так считаю. Хорошо, благодарю тебя за информацию. Открывай, Лизард, ты готова уходить? Да. Ты больше не приходишь в это биополе никогда, ни под каким предлогом. Ты это поняла? Ее ждут на ее частоте, да, она готова. Хорошо, открывая сейчас портал против часовой стрелки на частоте Лизарда, на ее частоте 1, 2, 3. И она уходит в этот портал со своим инкубатором, закрывая, печатая, растворяя. Детский сад. Готово. У Ли тоже юмор есть. Хорошо, поехали дальше. Все мы убрали. Фантом. Ее просто другие лизарды там встречались с какой-то колбой, которую чтобы поместили сразу. Все понял, хорошо. У нас такое уже пару раз было, по-моему, со всеми цивилизациями, кроме гуманоидов. Хорошо, идем дальше. Поехали по частотам. На четыре макушку головы Антонина начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 300% каждый. 1, 2, 3 потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать, мощность потока усиливается. Частота вибрации поднимается до 27 Гц. Пошел подъем. У нас в комнате офицер Кольт. И он ее приветствует. Мы приветствуем офицера Кольта. Он говорит, благодарю за эту чистку, приветствую всех. Подожди, она наполнилась энергией вибрации. Синхронизируется энергия.
и вибрации гармонизируются, распределяются и усваиваются наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Она рада его видеть. Он говорит, что раскисло там Матахари. Но он говорит это в переносном смысле. Понял. Культ куратор Антонин или просто друг? Коллега. Хорошо, значит, своим помогли. Уже хорошо. Отлично, не буду отвлекать. Хотел лишь ей напомнить, что не надо раскисать. Все внутри тебя. Отлично. Работай. Она сейчас работай, вспоминай. А, вот, все. Эти слова я и хотел спросить. Благодарю тебя, дорогой офицер Кольт. Все наилучшее. Не смей задерживать. Ты нас никогда не задерживаешь. Благодарю тебя. Поехали дальше. Энергиями мы заправили. Давай переходим к процессу активации и идентификации души. На счет 3 запускаем процесс активации и идентификации души. 1, 2, 3. Пошел процесс. Душа с Марса у нее. Марс. И энергия очень сильная. От нее такие вибрации тут сильные. Если Антонина захочет познакомиться когда-нибудь со своим куратором, мы можем предоставить ей эту возможность. Обратиться к администратору Ольге. Она благодарит. Пусть тонкая копия Антонина вспомнит самый счастливый момент в жизни и даст нам числовое значение. Говорит, на 600 остановлюсь. И понимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Антонины до числового значения 600 Гц. Пошел подъем. Это гармония, внутреннее спокойствие и знание, кто она. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется и усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Антонина, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете после освобождения от этих всех паразитов? Да я-то отлично себя чувствую. Как будто проснулась. Посмотрим, как на это перейдет на биоробот. Работайте над собой. Заправляйтесь энергиями. Сейчас будет все беспроблемно у вас проходить. Сбрасывайте негатив. Ничего не собирайте. Мне главное сгармонизироваться хорошо, чтобы не было перепада в биороботе. А вы должны это визуализировать, эту гармонизацию, как энергии по чакрам, по цветам распределяется в вашем биополе. И как закончится процесс, наблюдать за ним. Его надо визуализировать, не просто говорить. Сейчас вы синхронизированы, гармонизированы. И сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа. И все эти энергии перейдут на физический план. Так как у вас в сущности сидели довольно долго, некоторые несколько дней возможны легкие ломки. Но это все очень быстро пройдет, потому что вы постоянно будете получать сейчас свои родные энергии. И это будет вас излечать. Будут вопросы, обращайтесь. Хорошо. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Антонины в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Она говорит, благодарю за это разъяснение. Во благо. Иногда на Земле забываешь об этих простых вещах. Но родные энергии мне действительно помогут. Так и есть. Готово. И отключаемся от объекта и поднимайся в комнату диагностики. Пошел, пойдем.